Рассказывают, что хочется похудеть, смотрим твой результат. Вот, извините, пожалуйста, я тут такая, как русалка, у меня такая майка, бретельки опустила, потому что давит на обугленное тело. Вот, так вот, продолжу свою мысль, что говорят многие, что, типа, видим, результат такой хороший за 2 месяца, я такая неузнаваемая стала, ну, стройнею на глазах, но глядя на твои типа видосики, то, что ты ешь, я так не смогу. Я хочу, ну, узнать в первую очередь, что значит «я так не смогу», а что я такого ем, что вы не сможете это кушать? Я, это что? Это я такие себе продукты выбрала. Есть принцип, хотите, я вам его расскажу. Не хотите много слушать других там блогеров, читать диетологов, я это уже все через ситечко пропустила, нужное выцедила, о гормонах изучила, все индексы гликемические, инсулиновые и так далее, все это через это прошла, я уже поняла, какие продукты лучше кушать, и больше я этим вопросом не заморачиваюсь. Но это не значит, это я для себя выбрала, ну, каши, углеводы ровно такие, которые мне не идут. Мне уже даже та гречка, которую я не любила, она уже мне тоже идет. Вот, я уже даже ее как бы с удовольствием ем, я даже не то, что с удовольствием, я вообще не парюсь и не думаю, что я ем. У меня питание происходит 3 минуты. Нарезала, села, как говорится, заметала в желудок и пошла. То есть, ну, как вот, ну, я не знаю, что значит
я так не смогу, такое есть. Такое — это какое? Мясо, каша один раз в день, какое? Яйца, что, что в моей еде не такого? Ну, люди добрые. Овощи, а какое надо есть? Ну, короче, ладно, дело хозяйское. Я тоже была толстая, я ею не хочу быть. Поэтому я ем такое, ну, такое, которое мне подходит. Вы не хотите такое? Живите толстыми. Знаете, мне нравится у моего Тёмочки, у сыночка, когда-то, я не помню, то ли заставка у него в компе была, то ли он со мной поделился, я не помню. Артемий, Тёма Лебедев, Артемий Лебедев. Я не помню, кто он, мотиватор, либо ведет какие-то тренинги личностного роста, хз, не знаю, не помню, не хочу даже вспоминать, я не, ну, не в курсе, я на нем не залипал. Вот про Базилио могу рассказать много, про Лебедева не могу, но замечательная его фраза, картинка, такой мотиватор. Как себя замотивировать на успех? Да никак, оставайтесь в жопе, так и я вам говорю. Как похудеть? Не хотим такого жрать? Не жрите. Оставайтесь жирными. Дело ж такое, личное, личных предпочтений. А я буду стройнеть. И обязательно достройнею до 70 килограмм. А потом подумаю, что с этим делать. Доброго вечера. Я сейчас покушаю то, что сняла перед этим. И пойду нагуливать свои 10 километров. Как-нибудь оденусь, во что-нибудь оденусь и пойду, потому что я сегодня начала на дорожке, прошла 4 километра, ну, блин, слезла, не буду объяснять причины, я так решила, слезла. А теперь пойду догуливать, там ветерок дует на улочке, хочу и воздухом свежим подышать. Всем доброго вечера, я думаю, вечером сейчас я скину вам это. С улицы ничего не буду снимать, не хочу ни на что отвлекаться. Хочется очень на велике покататься, но я и пока на велике не могу, и одежду одеть на себя, которая меня трёт. Ну, короче, пока не могу. Я думаю, завтра у меня уже ожог, ну, будет менее болезненным, и начну свою активную, очень активную жизнь. А вам доброго вечера.